Добрый день, дорогие друзья! Компания Sanatoriums.com является вашим персональным помощником при выборе санаторно-курортного лечения. Представляем вашему вниманию санаторий Неапы. В данной видеоэкскурсии мы подробно вам расскажем о том, какие номера предлагаются к размещению, как организовано питание, а самое главное, узнаем, какие процедуры предлагаются к лечению. Расстояние до крестовой колоннады с минеральными источниками всего 500 метров. Для того, чтобы более детально оценить расположение санатория Неаполь на курорте Марианские Лазни, предлагаю взглянуть на него с высоты птичьего полета. Санаторий Неаполь предлагает комфортное размещение в 47 номерах различных категорий. На территории всего здания подключение к интернет по сети Wi-Fi бесплатно. Заселение и выселение гостей, проживающих в санатории Неаполь, проходит на рецепции санатория «Звезда». Для удобства передвижения в санатории Неаполь установлен лифт. Предлагаем вниманию номер категории «Двухместный комфорт». Обращаю внимание, что замки электронные на карту. Площадь номеров данной категории от 25 до 30 квадратных метров. Номер состоит из прихожей, совмещенного санузла и непосредственно самой спальной комнаты, где установлена кровать размером 2 на 2 метра. Это две кровати, при необходимости их можно раздвинуть. Возле кровати с каждой стороны есть тумбочка, светильник, есть халаты и тапочки, в которые гости могут ходить на процедуры или в wellness-центр. С этой стороны письменный стол, в столе есть небольшой холодильник, оборудованный мини-баром, набор бокалов. В каждом номере есть электрический чайник, чайный набор, настольная лампа, светильник, здесь телефон для связи с персоналом санатория. Два мягких стула, журнальный столик, напольная лампа, тумбочка. Гости в ней найдут электронный сейф, на тумбочке телевизор с различными программами, в том числе и русскими каналами. В номере небольшая прихожая, где есть стоян для багажа с отделением для обуви, зеркало с подсветкой, с этой стороны шкаф, где гости найдут принадлежности для ухода за обувью. Из прихожей вход в совмещенный санузел. В совмещенном санузле установлена душевая кабина. В душевой кабине есть жидкое мыло, съемный душ. Гостям предлагается несколько видов полотенец. Далее в ванной комнате два умывальника. Есть индивидуальный набор для душа, жидкое мыло, стакан, фен, полотенцесушитель с регулятором температуры, большое зеркало с подсветкой, увеличительное зеркало, бумажные салфетки и здесь установлен унитаз. Подключение к интернету в номерах по сети Wi-Fi для гостей – эта услуга бесплатна. Обращаю внимание, что на полу во всех номерах ковровое покрытие. В номерах запрещено проживание с домашними животными. В некоторых номерах данной категории есть балкон. На балконе есть стул. Вид из номера открывается во двор или на улицу. Гости, проживающие в санатории Неаполь, питаются и проходят лечение в санатории «Звезда». Они соединены теплым подземным переходом. А сейчас посмотрим на ресторан и как организовано здесь питание. Ресторан на 320 посадочных мест. Он очень просторный, светлый, с красивым интерьером. В этом ресторане, который называется «Франц Йозеф», питаются гости всех трех санаториев – «Звезда», «Империал» и «Неаполь». Завтраки предлагаются в форме шведского стола.
На завтрак из напитков гостям бесплатно предлагается 3 вида свежевыжатых соков. Есть соки из автомата, 3 вида вода, 1 вид кофе, кофе без кофеина, есть растворимый кофе, несколько видов чая. Дорогие друзья, разрешите представить шеф-повар санаторно-курортного комплекса «Звезда» Петр. Имеет практику в области приготовления блюд с 1995 года. Добрый день, меня зовут Петр Путера. С 2013 года работаю шеф-поваром в ресторане «Санатория». Обед и ужин готовим в форме шведского стола. Подаем различные гарниры, сегодня, к примеру, рис, овощи на пару, картофель. Несколько видов мяса, всегда в рационе есть рыба. Есть интерактивная кухня, где готовим куриные, говяжьи и свиные отбивные. Сегодня предлагаем домашние гамбургеры, картофельное пюре, овощи на гриле, картофель фри и дикий рис. Всегда предлагается 2 вида супа. Есть отдельный стол со свежей зеленью, нарезанными овощами и несколько видов салатов. Несколько видов свежих фруктов и консервированные фрукты. На обед и ужин из напитков для гостей предлагается только вода. Будем рады видеть в нашем ресторане. В санатории есть собственный диетолог, зовут ее Марцела Штрунцева, разрешите представить. Вот, если здесь будете, можете к ней обращаться, если необходима какая-то специфическая диета, она, конечно же, с вами это все решит и вкратце нам скажет, как это все здесь происходит. Передаю ей слово. Мы стараемся для наших гостей подготовить качественное диетическое питание. Следим за тем, чтобы пищевая ценность продуктов отвечала специфическим диетам. Можем приготовить любые специальные диеты, которые гости должны соблюдать из-за своего заболевания. Мы находимся в лечебном отделении санатория «Звезда» с главным врачом с Ириной Пимковой. Ирина, расскажите, пожалуйста, как устроено лечебное отделение? Мы находимся в отеле «Звезда» в оздоровительном отделении. У врачей здесь своя ординаторская и есть отдельное рабочее место медсестер. Здесь проводятся процедуры, которые мы предоставляем. Еще есть бассейн и различного вида ванны. Перед тем, как посмотреть, как проводятся процедуры, давайте поговорим. Дорогие друзья, мы находимся в кабинете главного врача санатория «Звезда» Ирины Пимковой. Ирина практикует с 1998 года, начинала свою рабочую деятельность во франтишковых лазнях в качестве курортолога. По специальности терапевт, врач реабилитационной и физикальной медицины. И с 2015 года возглавляет лечебное отделение санатория «Звезда» в Марианских лазнях. У нас есть несколько вопросов, которые касаются лечения в санатории «Звезда». Скажите, пожалуйста, с какими заболеваниями приезжают пациенты к вам в санаторий? Есть ли какие-то особые группы? К нам приезжают гости со всего мира с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Также приезжают гости и с проблемами опорно-двигательного аппарата после травм. У нас получают процедуры, способствующие регенерации целого организма, улучшению кровообращения, нормализации работы кардиоваскулярного аппарата. В Марианских лазнях хороший климат, проводится климатотерапия, а главное, на курорте есть несколько источников, которые назначаем каждому пациенту с учетом имеющихся у него заболеваний. Скажите, пожалуйста, какие методики и какие возможности есть у лечебного отделения в лечении пациентов опорно-двигательного аппарата? Марианские лазни обладают большим богатством природных лечебных факторов. Это минеральные воды, углекислый газ, торфяные грязи. Все эти компоненты применяем в лечении. Проводим такие процедуры, как минеральные ванны, грязевые обертывания, газовые уколы и мешки. Таким образом, действуем на весь организм в общем. Кроме этого, активно используем и физиотерапевтическое лечение, гимнастические упражнения с физиотерапевтом.
большое количество источников для питьевого лечения. Каким пациентам рекомендуете питьевое лечение? Источники нашего курорта эффективны при заболеваниях мочевыводящих путей, органов дыхания, нарушении обмена веществ, сахарном диабете, остеопорозе, проблем с желудочно-кишечным трактом. Источники возможно комбинировать, естественно, после консультации с врачом. В лечении остеопороза применяется питьевое лечение, как вы сказали, и еще дополнительные какие-то методики, потому что пациенты знают о такой индикации, и они едут, имея заболевание опорно-двигательного аппарата, и в том числе сочетающиеся с остеопенией либо с остеопорозом. При остеопорозе важен эффективный режим движения. У нас в санатории есть высококвалифицированные физиотерапевты, которые подготовлены по специальной программе. Именно они работают с пациентами. Объясняют и учат пациента, как правильно делать упражнения, как часто, что важно, а что нет. К этому при остеопорозе влияем на заболевания всеми нашими природными источниками – минеральной водой, торфяными грязями, углекислым газом. Дополняем и физикальное лечение, потому что при остеопорозе часто болят спина и суставы, поэтому как анальгетик возможно использовать некоторые из физиотерапевтических процедур. Какие возможности в санатории «Звезда» есть для лечения урологических заболеваний? Пациенты с урологическими заболеваниями к нам приезжают по разным причинам. Это может быть состояние послеоперативного лечения, мочекаменная болезнь или воспаление мочевыводящих путей. При этих состояниях назначаем питьевое лечение, а также физиотерапию. Это регулярное движение пациента, упражнения. Далее применяем грязелечение и газовые процедуры. При необходимости назначаем консультацию уролога. На базе нашего лечебного отделения есть специальный аппарат «Биокон». Это специальное кресло, работает по принципу массажа. Пациент садится на кресло и на всю область таза действует аппаратный массаж. При использовании данной процедуры мы наблюдаем укрепление мышц малого таза. Данная процедура очень эффективна у мужчин с проблемами простаты. Приезжают пациенты специально в Марианские лазни, может быть, в ваш санаторий с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Что вы предлагаете таким пациентам? Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо поддержать качественное кровообращение всего организма, снизить давление, улучшить работу сердца и кардиоваскулярной системы в целом. Для этого мы используем уникальные процедуры с использованием минеральной воды и углекислого газа. Также при лечении очень важно регулярное движение. А каким пациентам все же стоит выбрать другой курорт? Какие есть противопоказания заболевания сердца, сосудов, с которыми не стоит приезжать в Марианские лазни? Пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы могут иметь острые или хронические проблемы. При этом очень важно взвесить возможность назначения, как вариант, показано ли назначение грязевых аппликаций, в каком количестве, как часто или назначить другие, более подходящие процедуры. Потому что грязевые аппликации являются нагрузочной процедурой, которую могут вызвать у пациента осложнения. Пациенты с заболеваниями обмена, подагра, основное что в лечении? Пациентам с повышенным уровнем мочевой кислоты и с артритом назначаем прием минеральной воды из лесного источника, который показан при этих заболеваниях. Вода источника помогает снизить уровень мочевой кислоты. Еще возможно использовать другие процедуры при имеющемся артрите. Это вопрос индивидуального лечебного плана, который предложит врач. Пациенты с сахарным диабетом приезжают чаще с сахарным диабетом второго типа или есть пациенты с первого типа? И какая разница в лечении и эффективность лечения? Пациенты с диабетом первого и второго типа, для них нет разницы в назначении процедур. Необходимо соблюдать диету. Пациенту объясняем, как правильно питаться. Можем готовить специальные диетические блюда. При индикации процедур необходимо улучшать кровообращение целого организма, потому что при сахарном диабете это необходимо. Проходит ли в санатории «Звезда» лечение дети? С какого возраста? Есть ли специальные лечебные программы? К нам приезжают дети в сопровождении родителей. Процедуры подаем от 6 лет. Детям до 12 лет проводятся специально оформленные процедуры. Детям после 12 лет процедуры проводим так же, как и для взрослых. Перед началом лечения или профилактики, естественно, необходима консультация и обследование педиатром. Проходит ли лечение в санатории «Звезда» пациенты с
онкологического профиля, после онкологических заболеваний. Пациенты с онкологическими заболеваниями к нам приезжают уже в стабилизированном состоянии после операции, то есть к нам не приезжают до окончания лечения. Пациентам после онкологического заболевания необходимо пополнить силы для регенерации, улучшить физическое состояние, а также требуется улучшение психического состояния. Я уверена, что лечение у нас для таких пациентов является прекрасной возможностью, как улучшить свое здоровье в полном объеме. Данный вид заболевания, естественно, требует для каждого пациента индивидуальный подход. Противопоказаны процедуры с применением грязи. Последующий реабилитационный план готовим для каждого пациента индивидуально, в зависимости от его состояния. У вас очень большое лечебное отделение. Есть ли какие-то процедуры, которые проводятся, они отличаются от других курортных домов, Марианских лазнях? Что вы можете предложить? В нашем санатории есть бассейн. Пациент может пользоваться им неограниченно, ходить несколько раз в день, плавать. Также в бассейне проводим гимнастические упражнения с физиотерапевтом. Кроме этого, у нас есть новый индукционный аппарат. Работает он на основе физикального лечения, которое имеет большое анальгетическое действие, аж до 87%. Отлично помогает при заболеваниях позвоночника, плечевых, коленных и тазобедренных суставов. Хочу отметить, что в газовых процедурах используем углекислый газ, который черпаем непосредственно из источника Марии. Он находится на территории санаториев компании «Мариенбад» и непосредственно им принадлежит. Мы единственные используем натуральный углекислый газ на курорте Марианские лазни. Этот природный углекислый газ имеет уникальные свойства, потому что влияет анальгетически при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также при заболеваниях сердечно-сосудистой системы имеет выраженный лечебный эффект. Минеральные воды используем в ваннах для ингаляции, где организм встречается с уникальными свойствами этой воды, содержащей множество минералов, а также углекислый газ. Грязевые процедуры проводим с использованием местной торфяной грязи. У нас это очень популярные процедуры. Они тепловые, и мы их используем главным образом при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. При назначении такого типа процедур всегда врач обращает внимание на сопутствующие диагнозы пациента и решает, нет ли противопоказаний для грязелечения. Какие еще выделяете вы противопоказания? Может быть, к отдельным методам лечения или при каких-то заболеваниях, кроме общих противопоказаний? Грязевые аппликации противопоказаны при онкологических заболеваниях, при острых сердечно-сосудистых заболеваниях, инфекции, повышенной температуре, острых воспалениях суставов и нервов. Часто вопрос задают по поводу того, какая должна быть величина конкремента. Боятся пациенты при питьевом лечении, что будет двигаться камень, и они заботятся об этом, чтобы здесь, на курорте, во время лечения не было почечных колик. Мочевые камни у нас можно лечить питьевым курсом. Необходимо знать химический состав камня, если состояние послеоперационное или передоперационное. Как долго пациент лечится, какие имеет проблемы. Все это оценит доктор и назначит курс питьевого лечения. Какие рекомендованные сроки лечения на курорте? Срок пребывания зависит от возможностей пациента и его заболевания. Людям постарше, с большим количеством заболеваний, необходимо более длительное время отдыха и лечения. Большая часть людей, которые к нам приезжают, имеют легкие формы заболеваний. Им необходим прежде всего отдых, и в этом случае достаточно 7 или 14 дней. А для пациентов, которые имеют серьезные формы болезней, рекомендуем 3 или 4 недели. Спасибо, пани Пимкова, за такой детальный диалог. Я думаю, что, дорогие друзья, вам понятно теперь, какие особенности есть и преимущества в лечении в санатории «Звезда». Мы рады, когда к нам приезжают с показаниями для лечения на курорте и получают качественный отдых и санаторно-курортное лечение. Приглашаем всех, кто имеет заболевание, или тех, кому требуется отдохнуть и набраться сил. Будем рады вас видеть у нас. В лечебном отделении санатория «Звезда» работает 4 врача. Среди них есть и русскоговорящие врачи.
санатории «Звезда» есть wellness-центр с самым большим плавательным бассейном на курорте «Марианские лазни». Его размер 8 на 18 метров. Бассейн оснащен различными гидромассажными струями. В этом же бассейне здесь проводится и лечебная гимнастика с физиотерапевтом. В wellness-зоне есть две финские сухие сауны. Одна для посещения без сплавок, другая с плавками. После посещения эпидариума, сауны или бассейна гости могут выпить черный чай или простой воды. Для тех, кто планирует приехать в санаторно-курортный комплекс «Звезда» на собственном автомобиле, здесь есть подземный гараж, охраняемый на 40 машиномест. Он за дополнительную оплату. Актуальную стоимость смотрите на нашем сайте в описании санаторно-курортного комплекса в разделе «Услуги». Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал в YouTube и следите за обновлением авторских видеороликов. Бронируйте санаторий «Неаполь» по лучшим ценам и условиям только на нашем сайте sanatoriums.com.